есть такое выражение: на ходу подметки резать. И есть еще одно выражение: на ходу подметки рвать. Вот звучат они как-то одинаково, но на самом деле говорят о абсолютно разных процессах. Потому что, ну, общая деталь у них есть – подметки. Подметки – это подошва. Вот. Но на ходу подметки рвать рвет кто? Ну, кто очень быстро бегает. А на ходу подметки режет кто? Тот, кто профессионал своего дела, мастер. Почему? Потому что вот когда подметка рвалась, да, это значит, что человек быстро действовал. И ну, ему постоянно надо было как бы менять подметки, подошвы. А откуда пошло выражение «на ходу подметки резать»? Дело в том, что это пошло из народной сказки, которая рассказывала о двух ворах. Когда старый обучал молодого, он дал ему такое задание. Ему надо было из-под дикой утки, ну, вытащить яйца, и чтобы утка этого не заметила. Но молодой товарищ перевыполнил план. В процессе вытаскивания из-под утки яиц он еще успел срезать подметки у своего учителя. Вот поэтому на ходу подметки рвать — это значит просто энергичность. А на ходу подметки резать – это мастерство.